Салют, Влад тут. 2 недели назад я снял видео, посвященное одному из героев Watch Dogs 2, Ренчу. Будем честны, этот персонаж привлек игроков своей неординарной внешностью. Главная часть его образа – маска с очками, на которой возможно проецировать любое изображение. Так вот, мне стало интересно, существуют ли такие очки в реальности и можно ли их достать. Посерфив интернет, мне удалось найти нечто похожее – Chameon Glasses. Но заказать в Россию их напрямую невозможно. И тут мне помогли родители, которые были в командировке. И вот, они передо мной! Как только я раскрыл эту заветную коробку, меня встретила инструкция на максимально непонятных языках. Я осознал, разбираться придется самому. Я скачал одноименное приложение, включил очки и связал их с помощью Bluetooth. Честно говоря, 1000 лет не пользовался Bluetooth. Все, что возможно, передавал через интернет. Итак, в приложении у нас есть 2 возможности. Создать свое изображение или скачать готовые. Конечно, в топе сплошные изображения пенисов, но все же мне удалось найти пару годных изображений. Насколько я знаю, в России лишь единицы обладают таким гаджетом. Так что, товарищи, шутники есть везде. Настал момент рассказать о плюсах и минусах. Начнем с минусов. Первый минус – очки просто огромные. Когда их одеваешь, такое ощущение, что на тебе целый шлем. Второй минус... Блин, после этих шутников невозможно слово «шлем» нормально произнести. Второй минус – их невозможно носить в течение долгого времени. Уже после 10 минут глаза очень жестко устают. Теперь о плюсах. Это абсолютно уникальный гаджет в своем роде. Будущее рядом. Смотря на эти очки, ты поражаешься, какими уже могут быть технологии. С помощью них можно произвести первое впечатление, но только именно первое. Не забудьте снять, иначе пока глаза. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк. Это очень сильно меня мотивирует, и я буду создавать еще больше уникального контента. Всем пока.